Дождались. 8 марта многие женщины ждут даже больше, чем своего дня рождения. А вот у мужчин отношение к этому празднику весьма неоднозначно. Вот сегодня об этом мы и поговорим. У нас в студии Сергей Минчик, знаток женских и не только сердец, и не только. Кандидат филологических наук, доцент КФУ имени Вернадского, автор и ведущий программ на телеканале «Крым-24». Сережа, тебе уже весело, я смотрю, да? И Александр Карнович, властная женщина, главный редактор программы «Утро нового дня» и ток-шоу «Чат девчат». Она ведет эту интересную программу. Сергей, 8 марта, да, все мы знаем твое особое отношение к женщинам. Я бы даже сказал, где-то нестандартное. Вот для тебя 8 марта это праздник? Для меня 8 марта это не праздник, потому что я не люблю, когда одни люди противопоставляют себя другим по каким бы то ни было признакам, неважно, это признаки выражаются в их политических убеждениях, какой-то принадлежности национальной, расовой, и в данном случае тем более это касается темы принадлежности половой. Для меня нет прекрасной половины, потому что для меня нет ужасной половины человечества, для меня нет слабого пола, потому что я не считал и никогда не считал и продолжаю не считать женщин слабыми, я считаю, они сильные, для меня нет сильного пола, для меня есть противоположные половины, и поэтому праздник 8 марта как таковой для меня не существует. Почему? Потому что если я хочу сделать кому-то приятное, а если меня с этим человеком связывает близость, я каждый день хочу сделать это приятное для другого человека, я делаю это приятно каждый день. Мне не нужен для этого красный день календаря. Твоя философия абсолютно понятна. Не нужно тратиться на подарки. Я считаю, что для мужчин это очень-очень выгодная позиция. Сейчас, кто тебе сказал, что это моя философия? Перед телевизором многие сейчас, наверное, кивают головой. Я сегодня, Саша, да, я сегодня эту фразу, которую сказала Сережа, что если хотите сделать приятно близкому человеку, делайте это каждый день. Слышала несколько раз. И несколько раз от мужчин, у которых я потом уже задавала им вопрос и спрашивала, а ты что-то купил на завтра хоть одной женщине? И ни разу не услышала положительного ответа. Это прозвучало как вопрос мне, да, Саша. Да, подожди, вот у меня просто один вопрос, да, я здесь вроде третейского судьи, да, я не принимаю ничью сторону, но вроде того. Но, может, Сережа в какой-то мере и прав? Вот вы, женщины, зачастую говорите, что мы вот на равных, эмансипация и права, и за рулем, и прочее, и третье, и десятое. А потом требуете, мы вот такие нежные, несчастные, да, ты знаешь, нам подарочки. Саш, мы на равных за рулем, на работе, третье, десятое, а потом не на равных дома, на кухне, уборка и все остальное. То есть, когда женщина перерабатывает, это не замечается. А просто подарить ей, что тебе стоит просто подарить ей лишний букет цветов? Саш, секунду, я знаю твоего супруга хорошо, и вот насколько мне известны ваши взаимоотношения, он весьма часто готовит ужин, и он достаточно часто убирает дома. Поэтому не нужно здесь сейчас прибедняться. Сереж, если говорить о подарках, 8 марта, да, ты этот день не признаешь, как Международный женский день, но когда-то, хотя бы в своем далеком детстве, такое тоже, наверное, было, ты ведь дарил какие-то подарки, маме делал приятное. Я помню, как на 8 марта девушке, с которой я встречался, я подарил домино. И я помню, прошел год. Хороший подарок. Я подарил этот подарок для себя, честно. Почему? Потому что в какой-то момент мне показалось, мне больше с этой девушкой делать нечего. И я решил играть с ней в домино. И прошел еще период какой-то год, и я подарил ей настольный хоккей. Вот, потом мы с этой девушкой закономерно перестали общаться. Но если речь о подарках, да, я готов, собственно, тратиться. Но, опять же, дело не в подарках. Проблема в том, что когда девушка ждет подарка, как мне кажется, она в каком-то смысле овеществляет вот эту тонкую материю и очень хрупкую конструкцию, как отношения. А как только женщина начинает овеществлять отношения, то она теряет эту границу, которая отделяет видимый мир от невидимого. Она начинает овеществлять все. И в какой-то момент она начинает овеществлять себя, относиться к себе, как к вещи. Что это значит? Я награда. Я дорого стою, я вкладываю в себя, потому что мой муж должен мной гордиться, а муж гордится чем? Дорогой машиной, классной хатой, репутацией. И он к этой женщине, относясь как к вещи, ну, собственно, потом об нее вытирает ногу. Почему? Нельзя просто поддерживать? Почему? Mm-hmm. Нельзя. Я объясню, почему. Потому что в какой-то момент вещь — это не человек. А доставлять удовольствие, проплаченный маникюром, вещь хорошо, это, и семейного бюджета. Вещь — это не человек. И в какой-то момент начинается что? Вещь можно проиграть, продать, обменять. И женщина, пытаясь сосредоточить на себе мужское внимание, она себя выводит за пределы человечности. А с другой стороны, может, не женщина это делает, может, мужчины сами таким образом, да, овеществляют женщин. Я тебе так скажу, мужчины это делают, да.
И какие же тогда претензии к прекрасному полу? Претензии в том, что женщина имеет голову на плечах, если она не понимает, чем грозят такие отношения, выводящие человека из человеческого в тряпичное, да, овеществленное состояние. Чем они грозят? Они закончатся плохо для семьи, для семейного счастья, для благополучия, на мой взгляд, я не навязываю свое мнение никому, то это человек недальновидный. Саш, с хорошо. Такими людьми строить свои отношения нельзя ни мужчине, ни женщине. Продолжая тему подарков, когда-нибудь требовала подарки? Или нет. Всегда вот было добровольно? Нет, ну, было намекала. Такое, что... Нет, намекала, когда на свой день рождения не получала букет цветов, а ждала его. Конечно, я потом вроде целый день это нормально, а к вечеру я надулась. Ну, а как тут не надуться? Да. Ничегошеньки не подарил из этого разряда. Ну, да? Мы просто поехали отдохнуть, и в итоге, когда, знаешь, да, я понимаю, что когда тратится какая-то сумма денег на съем где-то жилья, да, на всю сопровождающую обстановку, это в общем, одно. Семейный бюджет. Но вот какая-то, конечно, но у нас же семейный бюджет в моем случае, но какая-то мелочь где-то, но она же имеет место быть. Это не должна быть затратная вещь, это должен быть знак внимания. И в большинстве, и на 8 марта тоже. Это не должна быть затратная вещь, это не должен быть стандартный букет цветов, если ты... Тебе жалко цветочки, ну, что их срезали. Это может быть, я не знаю, слепи ты открытку, как в детстве, вырежи. Ну, хорошо, Саш, продолжай тему подарков. Ну, подожди, Сереж, наверное, тебе тоже не единожды на 23-е дарили носки там и прочее, да, вот чисто мужские такие жесткие подарки. Саша, а почему такая несправедливость? Почему, если 23 февраля, то это там условно носки? А я уже нормальные подарки делаю, не ко мне вопрос. Например? Ну, я знаю, что какие-то ему вещи нужны в машину, хорошая стереосистема, еще что-то. Я ему даю деньги, он сам себе выбирает, потому что я выберу что-то плохое. Ну, таким образом, ты же тоже ездишь в машине, тоже слушаешь хорошую музыку через хорошую стереосистему. Ну, понимаешь, я знаю, что он хочет, но на себя ему будет жалко. А если я ему это куплю, то это уже какой-то другой момент. Потому что я говорю, это мой подарок, все. А если ты ему разрешишь это купить самому себе? Он не купит сам себе. Потому что он лучше потратит деньги на меня, чтобы не сделал никогда ты, Сережа. Сережа, вот, наверное, хорошо, это все-таки... это какая-то глупость. Сергей, это, наверное, правильная мужская психология. Для чего мужчина зарабатывает, да, если брать аналогию отношений там животного мира, да? Все-таки люди животные, да? И руководствуются своими инстинктами. Мужчина-добытчик, да? Мужчина-самец, он завоеватель, он должен каким-то образом показать, что он в состоянии обеспечить всем необходимым свою половинку. И, наверное, это правильно в какой-то мере баловать, показывать ей, что я могу, я зарабатываю, я даю тебе. Ну вот хорошо, ты можешь такие вещи, самец, добытчик, защитник, про Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого сказать, который известен как святитель-исповедник Лука? Понимаешь, не, вот эти стереотипы мужчина-самец, мужчина-добытчик, это скорее исключение мужчина... из правил. А кто сказал, что, это плохое исключение из правил? И кто сказал, что эти правила нормальные? И кто эти правила устанавливает? Я вам так скажу, вот когда Саша начала говорить, важно внимание. Для меня дело не во внимании. Понимаете, зачем мне внимание? Я во нем не нуждаюсь, но я... А женщины нуждаются. Вот я нуждаюсь каждый день во внимании и постоянно. У тебя такой возраст, понимаешь? Саша. Я надеюсь, что ты перерастешь, и ты будешь нуждаться не во внимании, а в уважении. Это намного важнее. Уважение объясню, тоже почему. Есть, нет, и оно же идет не рядом. Тоже. Нет, Сереж, почему? А я с тобой не согласна. Зачем так разделять? Если есть уважение, нет внимания. Если я есть внимание, не сказал. Нет. Я сказал это о том, все что может самое быть едино. Главное – это уважение. Почему? Потому что внимание – неизбежное проявление уважения, потому что в основе уважения корень ваш, да, важно. Человек тебе важен, поэтому тебе важно его расположение духа, и ты готов инвестировать в это расположение духа. Не обязательно подарками. Поцелуй – хорошее слово, иногда важнее, чем открытка, иногда важнее, чем дешевый, но подарок, или дорогой, но подарок. Есть такие вещи, которые деньгами не меряются. Вот а ты начала вот говорить дорого-дешево. Такое ощущение, как праздников. Будто бы ты мир делишь на дешевые и дорогие ты вещи. Знаешь, что но ты все на равно самом деле не так. Я вот знаю, что на самом деле не так, поэтому я же удивляюсь, слыша от тебя такие слова. Я к тому, что, понимаешь, когда вот есть лишний повод, ну вот когда ну, тебе еще больше, еще чаще тебе скажут, я тебя люблю. Пусть, я утрирую, да, сейчас. Тебе говорят это каждый день. Пусть три раза в день. Про меня или про себя? Да про нас обоих. Хорошо, про нас... Друзья, у нас появилась пара. Да? На самом деле, Сереж, подожди, у меня вот действительно есть к тебе вопрос. Ты говоришь о том, что, мол, материальное нужно убрать в принципе, априори, да, и вот жить там условно... Я такого не говорил, что материально нужно убрать в принципе. И жить вот этими поцелуйчиками. Ты говорил, нет, что я не это так сказал. Важнее. Ты сказал поцелуй, и слово я поцелуй. Я сказал слово поцелуй, но оно звучало в другом контексте, и оно обыгрывало совершенно иную позицию, не ту, которую ты сейчас мне навязываешь. Хорошо, для чего в принципе тогда это? Для чего? Вот это же позиция, по сути,
сути, не для всех, да, если человек хочет. Какая позиция не для всех? Твоя, озвученная, тобой ранее, для всех, в том числе, да, поцелуйчиком. Я выражаю, да, свою личную позицию и не пытаюсь навязать ее никому. А ты скажи, у тебя вот есть сейчас взаимоотношения с... У меня взаимоотношений нет. Почему? Потому что в настоящий момент я продолжаю быть холостяком, причем холостяком убежденным. Так, может быть, поэтому и не будет у тебя взаимоотношений из-за такой твоей позиции к женщинам? Саша, вот, допустим, Сережа, да, взять во внимание там среднестатистическую девушку. А не надо у Саши спрашивать. Готова ли была бы она быть таким мужчиной? Но мне кажется, у Сережи очень специфический характер, потому что это от до корней волос ученый, а ученые любят только свои книги, больше никого, даже себя не так любят. Ну, Грибоедова еще немного, знаю Сережина увлечение, да? Поэтому... Да, одна из моих публикаций, кстати, дома у Саши лежит, да, и всей семьей читают. Вроде и вот это подарок. Вторую неделю не могут дочитать. Ты видишь, и ты все-таки подарил материально, а зачем ты сделал такой подарок? Я не подарил, я дал на время. То есть, ну, здесь нужно знать Сережу для того, чтобы понимать, да, что книгу все-таки действительно придется вернуть, да? А подписанный автограф карандашом все-таки придется стереть, да? Эластиком, да? Да, Саша, если говорить, ты говоришь, что бюджет семейный и прочее, прочее. Я знаю вас, женщин. Есть бюджет семейный, есть бюджет женщин. Есть. Причем бюджет семейный – это то, что зарабатывает мужчина. Ну, в нашем случае бюджет семейный – то, что зарабатываем мы оба, плюс у меня есть немножко мой бюджет еще. А немножко его бюджет есть? Вот такое ощущение, как будто бы мужчины в таких случаях, в таких парадигмах, даже очень любящих пар, они вот не просто на вторых-третьих ролях, они как какие-то животные, которые что-то кому-то должны, они вкладывают, да, они работают на кого-то, и им ничего не принадлежит-то в результате. Не отношусь я так, что это вкладывая еще что-то, человек просто, ну как-то ему так удобнее, ему так комфортнее, он себя еще больше тогда чувствует, вот как ты говорил, Саш, добытчиком, и когда, да, допустим, я сейчас скажу очень грубую, пошлую какую-то фразу, но принести зарплату, отдать жене. Ну так, понимаешь, дело в том, что если я рассчитываю, в принципе, я знаю, что где надо и где могут быть какие-то дыры. А почему у меня есть отдельно... Подожди, твой муж отдает тебе зарплату? Да. Ого, я даже этого не знал. Да, я хотя не тоже знал, знаю это... ее мужа, как и ты. Это весьма интересно, да, на него не похоже. Я бы не отдавал, честно. Я бы тоже. Никому. Сережа, я бы, честно, не отдавал. И вот ты не поверишь, вот Саша начала отвечать на твой вопрос обо мне, хотя я все-таки надеялся, что я отвечу на свой вопрос о себе. У тебя есть такая возможность. Да, спасибо. Значит, дело не в том, что с моими убеждениями там никто не может стать там в краткосрочной, да, перспективе моей второй половины, потому что семья на таких убеждениях не строится. Я холостяк до определенных пор, потому что сейчас период в жизни моей, который не предполагает отношений. Сереж, 35 отношений, уже пора. Ну, вот это тебе вот именно уже та пора. Пора. А я считаю, что еще уже не пора. Потому что дело не в возрасте астрономическом, дело в том деле, которому ты предан, и которое забирает у тебя все силы, все время. Я не люблю играть в игры, в которых я плох. Да, кроме шахматы и хоккея, если, да, которые у меня ты плохие домино и хоккея, если у меня плохие карты на руках, я в эти игры не играю. Я точно знаю, что сейчас семью мне пока создавать нельзя. Хорошо. Я не буду пытаться играть же, в эту игру. Как же утверждение, да, и я в принципе с этим согласен, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина, которая его где-то, пусть даже не направляла, не подталкивала, не подсказывала, но как минимум вдохновляла и поддерживала. Ну чушь собачья, я тебе так скажу. Все большие события в моей жизни, связанные с крупными приобретениями и финансовыми в том числе, я вот просто о них не могу говорить, потому что есть какие-то личные вещи, о которых я не могу говорить. Ну, купил, да, домино, я понял. Да. Ну, я не знаю, я кандидатскую диссертацию не ради женщины писал. 4 года и там 9 лет назад защищал. Я книгу о Грибоедове не ради женщин писал. Но это эгоизм, разве нет? Нет, я это делал ради других людей, кто в этом заинтересован. Я пишу для заинтересованной публики. Я 2 книги сейчас, да, по истории русской литературы и по устному народному творчеству писал не для женщин, а в течение года этим был занят. То есть женщины, в принципе, никакого отношения к этому не имеют и не могут иметь. Я просто делаю свое дело, в котором я, как я считаю, и как некоторые другие люди, которые меня уважают, и мне об этом говорят, хорош, я просто его делаю. Причем здесь женщина? Женщина вообще ни при чем. Женщины должны делать дело, в котором они хороши. Мужчина должен делать дело, в котором он хорош, не ради друг друга, понимаете? А между прочим, ради друг друга — это тот стимул и тот смысл, ради которого живут люди годами, десятилетиями, понимаешь? И ничего понимаешь. Там плохого нет, это есть те самые так семейные ценности. Ничего плохого нету в том, что я говорю. Я не говорю, что плохо то, что ты влюблен в свои книги. Это твоя любовь, это твоя женщина, ну, книги, понимаешь? Те, которые я пишу, чтобы понятно. Пусть так, да, я понимаю. Ты даришь подарок в день книги своим книгам? Я даже не знаю, когда он, я не люблю никакие... Саша, хорошо, но если мы говорим, да,
о женщинах. Действительно, ведь есть такое понимание, когда вот женщины условно дорвались до власти, да, им стало можно все, они теперь носят брюки, они теперь ездят на машинах, они даже зарабатывают больше мужчин и указывают мужчинам, что делать. Ты главный редактор «Утро», да, у тебя в подчинении находятся мужчины, да. Вот насколько тебе сложно совладать с мужским характером, потому что зачастую самцы, они хотят все-таки доминировать. У меня адекватные очень сотрудники, у нас все хорошо. Ну, понимаешь, я сейчас не вру совершенно, мне очень комфортно с ними работать. И с мужчинами зачастую гораздо многие комфортнее старше работать. Тебя, кстати, многие из них говорили мне, что она властная женщина. Не уверена. Даже если бы они не сказали, мы бы это с тобой посогласили. Я просто хочу сказать, что мужчины, они четко говорят, что им надо, и вот четко ставят задачи. Поэтому с ними очень комфортно работать. Женщина, она где-то начинает юлить, еще что-то. И поэтому... Огромное удовольствие. Ты не юлишь, ты руководитель, ты стала мужчиной по этой причине. Ну нет, но я стараюсь. Но опять же, понимаешь, ты же делишь, да? Ну вот Сережа здесь прав абсолютно. Но оказывается, ты на своей должности сейчас, тоже юлишь? Ты фронт работы сейчас тот тянешь, с которым не просто не каждая женщина справится, не каждый мужчина. Ты перестала быть женщиной? Я не перестала быть женщиной. Но вот как раз-таки на работе. Ну, я не знаю, я и человек, но дома, да. Очень хорошо, вот видите, вот Саш, я человек. Здесь, вот здесь Сережа абсолютно донес тебе свою позицию. Вот это ключевая. Да, о неразделении полов, но в то же время. Я поняла эту позицию, но опять же таки, я вот, понимаешь, вот если 8 марта, день рождения, еще какой-либо другой женский, либо мужской день, неважно, но почему не воспользоваться поводом, почему относиться, что вот меня заставляют дарить подарок? Нет, почему, если ты любишь каждый день делать, да, приятно близкому человеку. Ну как часто ты вот даришь подарки своему мужу? Нет, я не часто, но мои подарки – это вкусный ужин. Когда я пришла с работы в 10 часов вечера, хорошо, осталось 5. Хорошо, если он приготовил ужин, как это зачастую я бывает. Я это ценю. Это бывает, ну… Он перестал быть мужчиной, когда сделал какой-то фронт женской работы. Да, у нас, это я вообще считаю абсурдом, потому что… Ну, то есть ты считаешь абсурдом разделение людей на мужчин и женщин? Нет, я считаю, что лямку жизни тянуть нужна вместе, а не порознь. Иначе хорошо. Это уже не семья. Хорошо, он, когда делает какой-то фронт работ, который… традиционно считаются женским, он перестает быть мужчиной? Хороший вопрос, встречный задаю себе. Я когда работаю, а не сижу дома с детьми, я перестаю быть женщиной? Нет, ты человек в первую очередь для меня. Но в отличие от меня, ты вкладываешь определенный смысл, я чуть ли не сакральный, говорю, в женский что? Так называемый день. А зачем? Я не говорю, если что ты не делишь смысл. Людей на мужчин я тебе и женщин, говорю, зачем просто обращать внимание на такие праздники? Просто почему бы не воспользоваться лишним поводом сделать приятное близкому человеку, матери, женщине, подруге, коллеге, вот тот человек, который тебе нравится. Потому что, понимаешь... Сереж, кстати, вот если говорить о 23 февраля, тебя поздравляли? Я не, да, ну, меня поздравляли, кстати. Как минимум твои студентки многочисленные. Нет, студентки не поздравляли, потому что я в армии не служил. Но я служил отчизне, так сказать, на научно-исследовательской ниве. И к 23 февраля у меня такое же отношение. Я вот терпеть не могу. Но тебя поздравляют. То есть ты с 8 тоже будешь кого-то поздравлять? Нет. То есть, в принципе, как-то тебя поздравили ответно? Ну, ответно нет. Ну, они сделали так, потому что им так хотелось. А мне не хочется сделать так, и только потому что я чувствую себя обязанным. Я, кстати, не чувствую себя обязанным. Ну, а в твоих вот предыдущих взаимоотношениях с девушками ты поздравлял хоть одну из них с 8 марта, кроме вот той истории с домино и с хоккеем? С хоккеем, ну, по да? сути, поздравил себя через девушку. Ты знаешь, это было так давно, и это... Так все было фальшиво, вот сейчас, по прошествии очень многих лет, это так все ненатурально, поздравлять, да, друг друга по праздникам, что я вот вычеркнул эти эпизоды из памяти, я просто... Я, ну, я, с днем рождения правда, ты хотя бы поздравляешь? С днем рождения я поздравляю, хотя свой день рождения не праздную, ты, кстати, об этом знаешь. Это да. И не выставляешь. Но не потому, что я жадный. Нет, я думаю, из-за меркантильных соображений ты не празднуешь. Я действительно, я считаю, что праздновать надо, когда есть повод, а тот факт, что ты дожил... До 35, до 36, до 37. Ну это просто... Ты а дожил, я вот считаю, да? Я не за тебя не брался никто всерьез. Тебе повезло дожить до этих Сереж, лет. Ну вот смотри, это Саша, не повод праздновать. Саша с праздновать мужем... это когда есть повод. Когда позволь, ты что-то скажу. Сделал хорошее для Саша другого человека. Саша с мужем и когда он счастлив. 80-90 лет будет сидеть где-нибудь на берегу моря и вспоминать тех любимый, любимая. А помните, как мы праздновали то? А помнишь, ты мне подарила это? А ты что будешь вспоминать? Что ты будешь вспоминать, кроме своих корпением над архивными документами? Я буду вспоминать благодарных мне людей, которые останавливают меня на улицах и говорят, вы тот самый парень, спасибо вам за то, что который вы делаете. Который вел особый взгляд? Нет, речь о других программах. Речь о том, что мое слово, оно живет. И мне, ты понимаешь, в чем смысл добра? Вот сакральный, в хорошем смысле этого слова.
Добро – это когда ты что-то делаешь для других, не спрашивая, что тебе будет взамен. Я не хочу думать о том, о чем я буду вспоминать или чем я буду заниматься, когда мне будет 90 лет. Я просто стараюсь здесь и сейчас хорошо что делать дело, которое у меня хорошо получается. Мне не важно, вспомнит это дело кто-то или нет, персонифицирует его со мной или нет, поблагодарят меня или нет. Добро – это большой котел, да, жизнь – это большой котел. Я вкладываю, и я точно знаю, я оттуда вытащу, не зная что. Вот ты точно знаешь, что подарка в ответ на подарок на 8 марта ты не получишь. Если это не вложил, будет, то просто это будет, мне интересно, что Сережа будет делать, когда он со всеми этими хорошими и правильными мыслями, казалось бы, да, вот идеально, но да будет нет, делать через мысли. Саш, 10... Где это правильные мысли? Саш. Подожди, ты женщина, и ты говоришь, что эти мысли правильные. Нет, для него правильные. Нет, для тебя правильные, не для меня. Возможно, правильные. Что ты будешь делать со всеми ними и с той огромной пустотой через 20 лет, которая вот, когда вот ты истощишься, ты закончишься, ты дописал. Все. Ну, ты понял, что ты сделал свой объем работы. Во-первых, я сомневаюсь в том, что меня хватит на 20 лет. А если хватит? Мой творческий потенциал, он не безграничен. И парить ноги, ты понимаешь, ну, дело в том, что я уже не занимаюсь лишь научной деятельностью. А у него тазика не будет, не подойдет. Я стараюсь себя проявить во всех, вот в тех вещах, в которых у меня что-то получается. Я пользуюсь любой возможностью быть полезным другим людям. Но это твоя форма любви, да, понимаешь? Это моя форма любви ко всем людям. Почему я должен ограничивать себя чувством к одному человеку? Я хочу сказать, что мир вертится не только вокруг Сережи, да, и он скорее исключение из мужских правил, да, чем вот... Просто, ну, Сань, ну честно, вот когда... скажи мне, пожалуйста, вот все-таки женщина, 8 марта, по секрету, чего вы все-таки ждете? Какие подарки? Потому что вот, исходя из моего жизненного опыта, чего не подари, все равно не устраивает. Ну, я скажу по себе, вот чего бы хотелось мне? Мне хотелось бы проснуться, чтобы меня, вот не знаю, как-то радостно встретили, чтобы мне завтрак приготовили. Как-то радостно встретили. Вот это вот у вас четкая позиция. Как-то радостно встретили. Как? В костюме единорога? Ну, можно, для разнообразия. А можно вопрос? Подожди, нет, ты мне не давал сказать. А теперь дальше я просто говорю, а потом спокойно забрать свет вечера с работы и просто побыть вдвоем. То есть 8-го ты будешь работать? 8-го ты еще будешь работать? Вот я буду работать завтра, и мой режиссер монтажа Наталья Маркина Калмыкова над проектом «Эпоха» будет. Кстати, завтра. Кстати, с 8 марта ее, да? Ее надо поздравить с 8 марта. Ага, то есть ее ты уже поздравил. Она меня поздравила уже 3 февраля. А я тебе задавал перед этим вопрос, ты говорил, я не буду поздравлять. Не буду поздравлять тех, кто поздравлял 23-го. Ее я хочу, почему она будет работать, я хочу отблагодарить человека за то, что он свое время, свои силы, вместо того, чтобы потратить на семью, он тратит на меня, на мою работу. Я хочу каким-то образом выразить благодарность. Я уверен, Наташин муж скажет тебе спасибо, Саша. Мы продолжаем, да, рецепты вот женского счастья на 8 марта. Как он разбивает семью. Меня больше вопрос пустоты интересует. Вот Саша начала говорить о том, что не боюсь ли я пустоты 80-90 лет. Пустота – это когда в твоей жизни есть что-то, и когда ты теряешь этого и ощущаешь отсутствие этого – это ты пустота. Пока можешь понимать. А ты уверена, Сашенька, что 80-90 лет ты будешь со своим мужем? Я тебе еще вот у меня нет, вопрос. Нет, не уверена. Я на это надеюсь, но не уверена. И подожди, я не уверен. И если тебя с ним не будет, это ли не пустота? В моей жизни нет человека, потеря будет которого моя пустота, а у тебя будет потеря не человека, у тебя будет потеря чего-то большего. Я принадлежу для тебя, всем людям, себя. И все люди принадлежат мне. Как я могу их потерять? Ты вот просто делаешь вид, что ты святой. Сереж, давай, ну, не просто не уподобаться от того, что ты начинаешь. Ну, кстати, делать. Да, я тоже, у меня такое ощущение, как будто вот Сережа тот, который за кадром, да, это совсем другое. Здесь сидит его... Просто ну, нормальный человек, такой, который Сергей. Может вечером выйти пиво, ну, выпить. Да, я пью пиво. Ну, я не знаю, написать свою диссертацию, а сейчас ты делаешь вид, что ты живешь исключительно. Саша, у нас буквально минуточка, все-таки подытожь счастливое женское 8 марта. Каким оно должно быть? Что мы, мужчины, должны сделать для этого? Конкретного что-то делать? Ничего. Просто вот в этот день постараться отнести своей женщине, как будто ты увидел ее, ну, пусть не в первый раз, потому что первый раз она могла не понравиться. У нас так было, кстати. А вот, допустим, как будто это вот первый день там вашей совместной жизни, если он хороший. Просто вот немножечко всколыхнуть вот эти вот чувства и вот эту страсть. Все, это весь секрет. Не нужно дорогих подарков, духов, больших затрат денежных. Просто чуть-чуть, ну, вот какого-то особенного отношения хочется, наверное. Ну, то есть подарки не нужны. Дорогих подарков не нужно, да. Я думаю, все мужчины это буквально восприняли. Это основной посыл, который прозвучал здесь от Саши. Спасибо тебе большое, Саш. Но на самом деле, действительно, ведь не нужны поводы для того, чтобы порадовать любимого человека. Я уверен, что мы будем этим руководствоваться. Ребят, я благодарю вас за беседу, зрителей, за внимание. Спасибо. Увидимся с вами на следующей неделе в этой же студии в программе «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим.